Друзья, добрый день! С вами сегодня канал InDubai, меня зовут Азат, и сегодня я расскажу вам о том, как получить резидентскую визу в Арабские Эмираты. Я сразу прошу вас обратить внимание, пожалуйста, не путайте гражданство и резидентскую визу. То есть гражданство – это совсем другая тема, я расскажу вам как-то вам про нее попозже. А сегодня я хочу рассказать именно про резидентскую визу. Резидентская виза – это то же самое, что вид на жительство. То есть, имея резидентскую визу, вы можете абсолютно легально передвигаться по территории Эмиратов, можете находиться в любом из Эмиратов, будь то Дубай, Шарджа, Абу-Даби, Рас-Аль-Хейма или любой другой Эмират, вы можете абсолютно спокойно передвигаться. Более того, когда у вас есть резидентская виза, вы можете влетать и вылетать в Эмираты бесконечное количество раз. Также, имея резидентскую визу, вы можете получить права местные Арабских Эмиратов, вы можете купить автомобиль, также вы можете арендовать квартиру, можете открывать визу, например, своей жене, своим детям можете открыть резидентскую визу. Обычная резидентская виза выдается на срок от 2 до 3 лет. А теперь я раскрою вам 4 способа, каким образом можно получить резидентскую визу в Арабские Эмираты. Первый способ получить резидентскую визу – это найти работу в Эмиратах. В этом случае визу резидентскую вам открывает работодатель. Второй способ – это поступить на учебу. В этом случае вы получаете от университета, университет вам выдает резидентскую визу как студенту. Третий способ – вы можете купить здесь квартиру в Эмиратах. При этом резидентская виза выдается только если вы покупаете квартиру дороже 1 000 000 дирхам. Это примерно 300 тысяч долларов. И четвертый способ получить резидентскую визу в Арабских Эмиратах – это зарегистрировать собственную компанию, то есть открыть фирму в Эмиратах. И после открытия фирмы вы можете на себя уже открыть самостоятельно резидентскую визу. При этом вы ни от кого не зависите, зависите только сами от себя. И также вы можете в этом случае открывать визы на свою семью. Основным преимуществом этого способа является, что во многих случаях вам даже и не требуется прилетать в Эмираты для того, чтобы получить резидентскую визу. То есть вам достаточно всего лишь отправить все документы нам, мы их подаем, и уже через 1-1,5 месяца вы получаете готовую резидентскую визу. Вообще, процесс получения резидентской визы в Арабских Эмиратах, он очень простой, если сравнивать с другими странами, например, с Европой или с Америкой. То есть здесь все это делается гораздо проще и быстрее. И осуществляется получение резидентской визы в 4 основных этапа. Первое – это ваши документы подаются на проверку в иммиграционную службу. После того, как иммиграционная служба одобрила вашу заявку, вам выдается временное разрешение на въезд, оно называется Entry Permit, это такая бумажка формата А4. С этим временным разрешением на въезд вы влетаете в Эмираты. На территории Эмиратов надо пройти, это уже третий этап получается, на территории Эмиратов вы проходите медосмотр и подаете на документы на удостоверение местное, называется Emirates ID. После успешного прохождения медосмотра и подачи документов на Emirates ID уже вы подаете паспорт, и вам в паспорт уже вклеивают резидентскую визу. Вот, в принципе, все очень просто. И еще один момент, о котором я хочу вас предупредить. Если у вас имеется туберкулез или ВИЧ, то при прохождении медосмотра на территории Эмиратов вам откажут в получении резидентской визы. Получить резидентскую визу в Эмиратах через открытие компании стоит от 10 до 20 тысяч долларов. Если у вас остались вопросы, либо вам нужны более точные цифры, пожалуйста, свяжитесь со мной, мои координаты в описании к этому видео. Я уже расскажу вам более подробно, уже конкретно в вашем случае, как лучше поступить. С вами был Азат, специально для канала InDubai. Оставайтесь с нами.